Мы находимся в Москве, в Центральном спортивном клубе армии в легкоатлетическом манеже, где проводится первый чемпионат мира по всестилевому карате. Более 40 стран присутствуют на чемпионате. Руководитель Федерации всестилевого карате России Рамиль Гаптараухович Габасов проводит также не только Федерации всестилевого карате, но и Российский союз боевых искусств. Руководители Российского союза боевых искусств, сопредседатели Трутнев Юрий Петрович и Кириенко Сергей Владленович. Выносится государственный флаг Российской Федерации. И объявляю открытым первый чемпионат мира по всестилевому карате.